Катя завелась. Пушка. Ну есть же у нас годные четверо, да? Уф, такой. Нормально. Молодцы пацаны, кто за тачками ухаживает. Побольше бы таких. Так, нам все равно в обратку ехать. Поэтому я вам его еще и вот с такого ракурса покажу. Ну, пушка, а? Эх, ладно. А у нас продолжается движуха по сборке чайзера. Параллельно тут еще редуктора готовятся. Подкрасили тут немножечко, навели фэншуй. Все такое это посимпатичнее стало. Арочки там, все дела. Собираем дальше. Так, оживили чайзера. Сегодня поедем на тест-драйв. Перегон. Вечерний перегон. Одну туда, другую сюда. Давай газу. Правей. Там Lexus его не жалко. Давай, давай. Давай, давай. Сверни ему зеркало, не жалко же. Электродуговая блокировка от Бергарта Александра.